едем по району моего детства, Новоселовка. Как видите, дорога здесь не айс, поэтому ехать мы будем медленно, аккуратно. Здесь, получается, я вырос. Здесь я жил у бабушки, отдали от родителей. Учился я, правда, не здесь. Я ездил в центр на трамвайчике. Вот. И здесь я рос где-то до 13 лет. Детство здесь было шикарное. Здесь пока еще не видно всю природу, болота, леса и все остальное. Но здесь действительно красиво. Но со временем здесь, конечно, все уже испортилось. Volkswagen на Volkswagen едет. Только его уступит. Да, здоров. А, Вадик, привет. Вадик, я фильм снимаю, я сейчас попозже. Для меня самое главное в жизни – это быть честным, хорошим, порядочным человеком, осуществить себя как личность и под занавес свой иметь хорошую семью с детьми, возможно, внуками, если поспешить. Вот, то есть, чтобы все было хорошо. По поводу доты, насколько долго я планирую в нее играть, как получится, то есть, никаких рамок нет. Ваня, товарищ довольно нестандартный, скажу честно, что с такими сталкиваться мне в жизни не доводилось, вот с такими же персонажами, как Иван. Иван, он с одной стороны веселый, с другой стороны странный, с третьей стороны непонятный, он... Ну, его тяжело прочитать, скажем так, как человек. Он нереально азартен, он авантюрен. Даже не азартен, а именно авантюра. Она просто в его крови. Чем бы он ни занимался, будь это в игре или какая-то повседневная жизнь. Очень самолюбивый лидер, где бы ни был. Но очень такой лидер, знаете, злой. Такой сам в себе. Первое место должно было быть его всегда. Если он на какой-то олимпиаде или где-нибудь выигрывал второе место и приносил мне эту грамоту, то он... Я говорю, давай грамоту поставим, там, рамочку. Он говорит, это второе место, можешь выбросить. Не знаю, скрытный, мистический практически человек для меня всегда был. Мне его трудно было понять, потому что он принимал довольно странные решения, как бы... в жизни. Ну, наверное, это вот его странность какая-то такая, неординарность, она и вылилась в то, что, по крайней мере, одно время он был действительно уникальным игроком и капитаном. Вот, значит, место, где все начиналось. Мы выходили, получается, с моей улицы, шли сюда, и здесь как бы была развилка, чем заниматься. Там, где вот растут эти деревья, было футбольное поле. За ними перейти еще один ряд рельс, будет леса, озера и поля, то есть там есть куда разгуляться. В ту сторону рыбалка, тоже озеро хорошее, то есть тоже футбольное поле там есть, если то было занято. Здесь было все. Возле этого футбольного поля, не знаю, к этому пойдем, к нему не пойдем, есть еще болото, где мы ловили и тритонов, и то есть что мы только не делали. Это запретная зона, получается, база какая-то. Какие-то ребята, когда эта трава высыхала, решили ее поджечь вот отсюда примерно. И ветер как бы дул в ту сторону, и она начала гореть вся. Не знаю, кто это был, но кто-то веселый, видно. Такой коммерческий был ребенок всегда. Он мог, например, пойти на металлолом сдать бабушкину утятницу. Рассказывал, да, чугунную. Это был вообще ужас. Значит, бабушка очень любила эту свою посуду старую. А он как-то вот... Деньги должны были у него быть всегда. Очень. Он деньги так прямо, чтобы у него деньги всегда были. И он собрал ее чугунную всю посуду. И удержала только лишь то, что я споткнулась, когда зашла в дом, какой-то пакет с клафаном такой приемчатый. Споткнулась и сильно. Думаю, да что ж там может посредине комнаты лежать? Открываю, там так аккуратненько все собрано. Утятница, гусятница, там вот эта вот тушилка, все там, пельменница. То есть он все это собрал, все, что цветной металл составляет, и собрался идти сдавать. Моя карьера в киберспорте началась задолго до доты. Примерно в 2005 году я играл в Counter-Strike.
играл очень много, прогуливал школу, уроки. Получается, я смотрел на людей, которые играли в тот момент. Это разные команды, НИПы, Эксплозивы и все остальные. Я понимал, что такого уровня, как у них, КС я не достигну. И вот мне под руку попалась такая игра, как Dota, еще самых первоначальных версий. И я подумал, хорошо бы начать играть в нее и быть на уровне со всеми игроками. То есть мы все начали с нуля. То есть у меня есть хорошие шансы показать себя хотя бы здесь. В Доту начал играть. Бабушка у нас умерла, и очень сложно. Это была любимая бабушка, и был любимый кот у него. И в течение полугода ушел кот и ушла бабушка. Вот, и ребенок ушел в себя. Для того, чтобы его окончательно психологически не потерять, он просил компьютер, потому что он ушел, просто ушел из дому. Он ушел из дому, он ходил по всем этим игротекам. Мы с папой до 12 часов его вылавливали по всей Салтовке, потом пошел в центр, потом еще дальше поехали куда-то. Приходилось его выискивать. И его все знали в игротеках как Мурзика. Вот сейчас он расставил потом, а тогда он был Мурзик. Мы приходим, говорим, Мурзик был. Мурзик пошел туда. Мы с папой, значит, идем туда. Мурзик был? Был. Ну, ушел туда. Чтобы он не уходил из дому. Решили купить ему компьютер. В детстве я очень сильно увлекался футболом. Посещал все возможные секции, увлекался, следил за профессиональным футболом. И вот где-то в 2005 году я получил серьезную травму мениска и не смог бегать, играть. В тот момент умерла у меня бабушка, человек, который меня воспитывал, и у меня были очень большие там стрессы, непонятки, я не мог играть в футбол. Ну, то есть такая была потеря в семье, и мне родители решили купить компьютер. И я сразу же начал покупать много дисков, играть в героев третьих, Макс Пейна и все остальное. Компьютер купили, и он вот ушел в него, да, сразу. И это был не первый компьютер, и не второй, не третий. Я перебила очень много компьютеров, и наушники прятала, и штекера домой на работу забирала, и клавиатуры все у меня были на работе, в сумке я уносила из дома, потому что он не хотел заниматься. Он только играл. И это было очень опасно, нам казалось, с папой вообще, ну, к психологу и куда-нибудь повезти его, к врачам. Это казалось страшным нам таким увлечением. Ну, как бы играть, играй, но занимайся, живи какой-то жизнью, ну, там, друзья, подруги. Ничего этого не было несколько лет. Бывали у нас случаи, мы об этом рассказывали. Опять-таки, это не шутка, когда Ваня в субботу вечером вышел на улицу за хлебом и поехал на Asus, тоже бывало такое дело, когда, скажем так, не особо-то его родители отпускали, потому что там барагозил он, конечно, ну, я не знаю, там не учился, не хотел учиться, хотел играть в Доту, это было понятно, но в любом случае с родителями Вани я тоже довольно много общался по телефону, всегда отзванивался им, когда мы там приезжали или прилетали в Киев. У нас хорошие уже потом отношения сложились с ними, то есть они уже не переживали так сильно, когда увидели, что действительно у Вани получается результат. Когда появились друзья, уже там я увидела девушку там, или друга, или день рождения пришли его поздравлять, тогда уже как-то мне стало легче, что он как-то в социуме все-таки живет. А то, что он был только в интернете, только с компьютером, это мне было опасно. Когда я видела, что есть живые люди вокруг него, друзья, тогда я немножко успокоилась. И когда стала как-то понимать, наверное, что это, может быть, это его работа. В Харькове начались появляться турниры, то есть было около 5 клубов компьютерных, каждую неделю в каком-то из них проходили турниры по Доте. Мы начали ездить с друзьями и выигрывать их. Меня это все интересовало все больше и больше каждый раз, потому что соревновательный процесс, азарт, и как бы очень интересно на тот момент, потому что до этого никогда ничего не выигрывал. Вот, и начали появляться первые победы. После этого это начались поездки в Днепр, в Донецк, в Киев, где, собственно, я познакомился со всеми профессиональными игроками, которые есть на данный момент. ДТС – команда, которая создавалась, в принципе, с состава чудесного коллектива Walker Gaming, одного из первых профессиональных коллективов в СНГ.
команда, в которой были Фобос, Габлак, Дэнди, и понемножечку эта команда эволюционировала, как бы ребята друг с другом все больше играли, кто-то отходил на другой план, кого-то добирали, и вот как-то понемногу, по чуть-чуть, в один прекрасный момент, когда решил из Доты уйти Леша Травка, было принято решение, что надо кого-то брать, и в то время блистал на Восточной Украине молодой и никому неизвестный Иван Антонов, и мы решили, что, может быть, стоит ему позвонить. Яконюк нам дал тогда очень хорошие условия, он нас все время приглашал в Днепр, в свой клуб, снимал нам квартиру, давал нам возможность тренироваться на лане, готовиться к лан-турнирам. Мы тогда только-только получили спонсорство команды ДТС, ну, организации ДТС Днепропетровской. Ну, понятное дело, что там 2008-2009 году это были небольшие деньги, но все же это были деньги. Хоть какие-то, это была какая-то зарплата, и на тот момент это было очень-очень круто, тем более команда однозначно была лучшей на данный момент в Украине. Конечно, я не буду говорить уже про все просторы СНГ, потому что там было с кем играть. Ну, позвонил я Ване, он немного удивился, да, сказал, вот такие вот дела, не хочешь ли ты поиграть? Он был на тот момент в команде, я не помню какой, в какой-то он команде был, в Харьковской, там, по-моему, с Дубасом, я точно не уверен, но в любом случае Ваня согласился, мы его взяли, ну и с этого началась дискотека. После того, как Дима Light of Heaven уехал в Китай стендином играть за RockSkiz, он приехал из Китая не просто со вторым местом на турнире, а еще с идеей, что нам надо переманить Несса и Дреда. В итоге вот эта вот вся эволюция команды, как я это называю, в 2010 году, в начале года, переросла в новый состав ДТС, тот самый легендарный золотой состав ДТС с Стайлом, Дэнди, Энессом, Дредом и Ластом. ДТС 2010, когда мы вместе собрались, то первое, вот, что мы делали 2 месяца, это проигрывали всем подряд. Когда мы поехали на LAN, то мы там заняли почетное 16-е место, это был Asus. И в результате мы удержались, 2 месяца мы терпели. Ну и после того Asus мы решили наконец-то тренироваться и начать что-то делать, потому что, ну, то, что вообще полезная вещь, тренировка. В результате поговорили. Нашли человека, который будет просто говорить, мы будем делать. Неважно что, неважно где, даже если он будет ошибаться, мы будем говорить: «Ты, о великий наш господин, ты просто непобедимый лучший в мире пикер». Ну и такого рода. Когда мы собрались с этой командой ДТС, у нас абсолютно ничего не получалось. Мы проигрывали абсолютно все игры, как в лане, так и на онлайне. И вот прозвучала новость, что скоро будет что-то необычное. Будет разыгрываться поездка во Францию, на СВЦ, то есть это был чемпионат мира, на тот момент это самый престижный, как бы, турнир, помимо ВЦГ был ЕСВЦ, и ВЦГ их было 2. И эта квота прикреплялась к Asus. И мы, получается, едем на этот Asus, думаем, что провалимся очень быстро, как бы, и уже думали распадаться, на самом деле, на тот момент, потому что, ну, как бы, вот последний шанс, и выигрываем, едем, развлекаемся, все хорошо, нет, распадаемся, меняем игроков, то есть полностью. И, получается, этот турнир, он запомнился, на самом деле, даже больше, чем ЕСВЦ. Победа на нем была далась намного сложнее, чем это 2-е место на СВЦ. Первое испытание для меня, Ивана, и ДТС 2010, это был турнир ЕСВЦ. К этому турниру единственное, что мы сделали, это, наверное, выиграли квалификации, где мы в упорной борьбе победили Пупея, Куроки, Арсарт, ПГГ и Blow Your Brain. Вот на том турнире мы вроде бы его выиграли, но мы еще не были толком на мировой арене. То есть мы не встречали такого места, где все команды приходили в одно место и сражались. Иван Капитан — это на самом деле самый настоящий капитан, наверное. Вот именно то, вот, что подразумевается под капитаном, как и лидером. Не такой лидер-капитан, который в жизни толкает какие-то пафосные речи, а на деле как бы дальше речей не заходит. А, наоборот, именно в игре. Это тот человек, который ведет за собой команду, всегда ведет. Ну, то есть он всегда как бы в ответе за то, что он предложил, за то, что он придумал, и он всегда, ну, как бы отвечает за все действия. Когда мы приехали туда, то есть, я не знаю, это, может, это поездка нас сплотила, либо что-то еще. Отличный был номер, мы жили все вместе впятером. Возможно, это тоже дало свои плоды, потому что мы общались, мы спали вместе, кровати были, то есть, вот рядом, все общались. Было весело, круто. Итак, началась игра.
собственно, группа. Мы прошли ее настолько легко, то есть как бы элементарно. Мы даже не поняли, как это произошло, потому что все остальные команды... Во-первых, для нас это был самый крупный турнир на тот момент, но и для них, видно, он был тоже. И мы, я не знаю, то ли потому, что были так в себе уверены, просто СНГ Дота приехала во Францию, надо погулять. Мы были в себе дико уверены. Мы ходили там, подходили к Грубе, обнимали с ним там... доставали Муна, корейца, варкрафтера. То есть мы видели себя там как боссы и делали, что хотели. Может быть, это тоже дало свои плоды, то, что мы обыграли всех вот так вот, даже их не чувствовали. И ну, наши соперники явно видели, что нам тупо плевать на все. Вот, русская дота приехала. И в один момент мы добрались в полуфинал против команды E-Home. У нас должна была быть игра. Ну, мы как бы даже не заморачивались. Мы как бы все равно думали, что это китайская дота, до этого мы никогда с ней не играли, ну, играют все пацаны, играют. Потом в один момент мы дошли до такой команды, как E-Home 2010, и мы были в шоке. То, что мы увидели, мы, ну, реально, у нас, нам было страшно, потому что приехала одна китайская команда, и то, что они исполняли, это было фантастика. Мы столкнулись с такой бедой. То есть, как бы, нас победили... Ну, как бы они напомнили нам, кто мы были до этой поездки. То есть мы как отлетали, так и отлетели от них. То, за счет чего мы держались, это то, что нам было весело, приятно, комфортно, интересно. Ну и вообще здорово. То есть на самом деле атмосфера в той команде была, она действительно вот как вот домашняя, как будто мы были в одной семье. Мы очень много играли, очень много тренировались. И если сравнить с любой другой командой, где я играл, ну, такого, наверное, не было. Потому что сами все игроки собирались, никому не надо было ни с кем договариваться, звать. Все приходили там 4-5 вечера, сами заходили в вентрило, начинали между собой общаться. И как только собирались пятеро, мы шли играть какие-то КВ с другими командами, или просто лигу, или даже в пятером мы могли играть в паблик. Вот. И при том, что мы там разносили всех салат, паблике, допустим, нам все равно было интересно и весело вместе. Команда была крутая, команду было очень круто менеджить, с командой было очень круто общаться. Это первая на моей памяти команда, которая не просто там, ее не надо было загонять на тренировки, ее не надо было загонять на игры. У нас был вентрило сервер, который был у каждого прописан просто в автозапуске. И бывало такое, что я мог проснуться в 7 утра, зайти на вентрило сервер, а там, не знаю, Artstyle, Dandy Lost уже играли в какой-то третий Warcraft. Или там NS с Artstyle, с Dread'ом смотрели какой-то стрим одновременно, там все вместе и общались. То есть команда друг с другом дружила, команда... получала удовольствие от времяпрепровождения друг с другом. И, собственно, это в итоге выливалось вот в результаты. На СВЦ у нас опять-таки все летело. Нам было хорошо, мы тупо кайфовали друг от друга, нам нравилось, как все играют. У нас был определенный свой стиль, у нас был Лост, который идеально стоял свою линию, мы его не трогали, потому что мы знали, что он может. Мы не трогали Дэнди, потому что знали, что он может. Мы ходили втроем, убивали врагов, потому что мы знаем, что мы можем это сделать. Мы были действительно сильнее на тот момент всех остальных. Когда мы попали туда, ну, для нас было шоком. Потому что пул героя у нас был не очень высокий, мы фактически брали только личным скиллом. И в один момент мы поняли то, что тяжело. То, что у нас просто не хватает банов, не хватает пиков. И мы начали играть по своей стратегии. Мы просто забирали героев соперника, которыми овнит, даже если мы, наверное, играли первый раз, и старались что-то придумать, потому что, ну, были такие темы, когда там нужно было банить, остался какой-нибудь Шторм Спирит, мы говорим, Ваня, он нас убивал 20-0 в каждом матче, когда мы против них играли. Он говорит, не вопрос, сейчас, ребята, вот он, пожалуйста, проблема решена. Ну, в результате почти всех мы на личном скилле обыграли. Когда Ваня включал ну, свои идиотские идеи, типа, а давайте-ка забежим по третий тавер, ну, Dread и NS не спрашивали, надо ли бежать. Они не думали, надо ли бежать. Они просто бежали за Иваном. И получалось. Это получалось, действительно, на этом выезжали. Действительно, капитанство Artstyle не подвергалось каким-то, я не знаю, вопросам. Потому что его все слушали, и даже если результаты были плохие, это обычно заканчивалось простым таким пятиминутным матом-перематом в вентриле, когда люди друг друга называли всем, чем только можно, но все равно через 10 минут они шли играть в CS вместе, либо в StarCraft, либо еще в что-то, и, понятное дело, ни у кого даже не возникало вопроса как-то забрать капитанство у Artstyle.
мы покинули СВЦ со вторым местом, все равно еще довольны. Очень хорошо мы все-таки погуляли в Париже в тот момент с Дредом, с НСом еще более сдружились. Там было много варкрафтеров, мы вместе просто, вся команда увлекалась варкрафтом, поэтому у нас было много общего. На буткемпах мы играли в FIFA, Warcraft, то есть нам было круто и весело в тот момент. Что сплотило нас на СВЦ, так это шутки Дэнди в такси, после которых таксист хотел покончить жизнь самоубийством, возможно. Вот, ну, грубо говоря, как это выглядит? Когда человек пытается пошутить, как-то пойти на контакт, а в ответ он слышит что-то такое, что вроде как шутка, но он просто перестает говорить. Он перестает говорить, начинает молчать, и после некоторых попыток он понял, что контакт не поставит, потому что Дэнди сидел именно на месте пассажира, он должен был общаться с ним. Вот, ну и мы очень долго троллили Дэнди за вот эту вот штуку и до сих пор продолжаем, так что вот, наверное, самая великолепная история с Дэнди. Дальше у нас началась какая-то прям золотая эра ДТС, как говорят, 2010 года, потому что мы начали убивать абсолютно все коллективы. То есть в онлайне мы играли, мы не проиграли практически ничего, мы веселились, мы играли абсолютно разнообразными стратегиями, несерьезными, там у нас там РПГ-дота какая-нибудь, еще что-нибудь. В общем, ну, полный трэш происходил, но было очень весело и прикольно. После ЕСВЦ мы поняли, ДТС 2010, я, Иван, ну и вся наша команда, что нужно потеть. И в ближайшие где-то, наверное, 3-4 месяца мы потели так, что в Европе мы выиграли все турниры. Все турниры занимали первые и вторые места, проиграли буквально там паре команд, которые были созданы для того, чтобы убивать нас. Билат это часто афишировал. И в результате мы нас пригласили на ВДЦ. В общем, стало проехать на ВДЦ, тогда я уже начал так, думал, не знаю, ехать, не ехать на этот турнир, стоит ли, не стоит, либо надо больше тренироваться, потому что мы вообще не тренировались. В тот момент начали все загуливать, прогуливать тренировки. Так или иначе говорить, там мы и так сильные, мы их всех порвем. Зачем нам куда-то двигаться в Китай, если здесь, я был одним из таких людей, если у нас здесь все хорошо, нам здесь нет равных. Наверное, первый такой крупный турнир после ЕСВЦ, где собирали все команды в одном месте, и они выступали. Отличительной его чертой, что там была не одна китайская команда, там их было 6-7. И когда мы приехали туда, мы поняли, что Восток — это дело тонкое. Потому что на месте нас повергло шок. То есть мало того, что были ехом, которые всех убивали, так были еще и куча команд, которые с этими ехоумами сражались. На ВДЦ была одна очень неприятная ситуация, когда нам, собственно говоря, предоставляли завтраки, ужины и так далее. И как-то раз принесли какую-то тухлятину, и на следующий день у всех там большинства дико болели животы, и вообще было очень сложно играть, и при этом мы где-то часа 4-5, наверное, ждали своей игры в этом состоянии, не могли себя найти, но потом, по итогам, когда все-таки вышли на сцену, сели, уже как-то это ушло на второй план, и там и боль, негодование, вот, и начали, собственно говоря, уже играть, стараться на полную силу. Мы сразу же обыграем ехом. Обыграем ехом для нас это значило очень много, потому что как раз это был лан сразу после СВЦ, где нас конкретно унизили перед всем миром. У нас не было даже ни малейшего шанса что-то сделать. Как говорил Иван, ему приснилась одна стратегия во сне. Он решил ее попробовать и поехала. Приехали на ВДЦ группы. Первый раунд ехом. Команда, которая не проигрывала никому. Они еще были сладенькие, там не разыгравшиеся, все нормально. Думали, что ах, европейцы, сейчас мы их быстро. В результате мы их убиваем быстро, там минут за 30. По итогу команда, которая не проигрывала никому, проиграв только одну игру, не вышла из группы и не участвовала на турнире. И в итоге нам аплодировали все китайские команды стоя. Нам аплодировал, наверное, весь стадион, который болел за Нирвану Чайна. Ну и все остальные уже начали молиться на нас после этого. Ребята, спасибо вам. Хоть впервые в жизни будут не ехомы в гранд-финале. Кажется, врыв, да, забегает. У нас есть стан от Кентавра. Начинают бить ногами. Хорош, Артстайл делает First Blood. Посмотрите, как нагло сейчас врывается Артстайл. Забегает прям просто. Посмотрите, что творит. Еще бы один койл ему всадили. И как его виспы выхиливают. Что вообще-то? Как потрясающе! Ё-моё, такого мы уже давно не видели. Просто наглый Артстайл. Еще небольшие крипы прибежали. Минус разор. GG, пишут. Е-хоум.
Яхомы вылетают, абсолютно все китайские команды к нам подходят, пожимают руку, они довольны, чемпионы Китая не вышли даже с группы, и как бы теперь они точно не займут топ-1. На тот момент никто не мог соревноваться с китайской дотой, действительно, на уровне, кроме ДТС. Вот вся европейская сцена, это... ДТС была гордостью европейской сцены, а Иван это был той самой звездочкой, которая до ДТС, он не был арт-стайлом, но после ДТС он стал арт-стайлом. Не в Нави, когда он выиграл миллион, он стал арт-стайлом, а еще в ДТС, еще в первой доте, еще в той самой доте, где все играли за какой-то, не знаю, за интерес, за свою страсть. Тогда не было денег. И арт-стайл, который глядел на игру по-другому, он выиграл ее не потому, что они проводили по 24 часа в сутки серьезных тренировок или еще чего-то. Они выиграли потому, что был какой-то характер, была какая-то страсть, любовь к игре, какой-то обман, постоянно какое-то движение, фишка за фишкой. Все кто-то смотрели на ДТС. По возвращению домой я начал очень жестко исполнять. Там у меня начались замесы, получается, с Вилатом, с девушкой, то, что вот из-за нее я поехал, мне это не нравилось. Я и сам бы, может, поехал на этот турнир, но очень некрасиво меня туда заманили. И мы тогда с Вилатом сильно рассорились, очень сильно. Мне до сих пор жалко, то есть, что игроки меня в тот момент не поняли. Возникали какие-то личные проблемы, возникали какие-то непонятные претензии друг к другу по поводу вопросов с личной жизни вообще, а не по поводу игровых каких-то моментов и так далее. Очень упрямый человек. Уговорить его не могу даже я. Если он что-то у себя держит в голове, я не могу его переубедить. Никак. На мой взгляд, он много сделал каких-то глупых вещей вот за жизнь. То есть, по большому счету, из-за него, из-за его решений нас, как бы, ДТС команда немного развалилась. И вот этого в его характере я понять никогда не мог. То есть, почему произошли вот эти вот моменты, как бы он так и мне не ответил на это. Ну, как бы, не то чтобы я его прям спрашивал, ну, как-то разговоры заходили, а ответа получено не было. И вот, как бы, в итоге я так и не понял этого человека и до сих пор понять его не могу. Спустя две недели, допустим, или три, где-то так, мне предложил Zero Gravity, написал мне в ICQ, тогда еще вы все использовали. Есть Na'Vi состав, Хвост, Маг, Defender, Ахура. Давай с нами. Сначала мы играли я, Габлак, Ахура, Defender и Магус, потом, ну, Маг, сейчас уже, раньше это был Магус. Потом так получилось, что с Defender и Магусом мы расстались, и пришел к нам арт-стайл и за собой потащил Дэнди. Потом команда начала несовершенствоваться, а меняться, что привело нас к составу я, Дэнди, арт-стайл, Пупи и Лост. Когда мы собрались, мы даже не знали, что будет International. Мы просто этого не знали. Мы просто хотели побеждать и выигрывать. В результате собрались мы на базе Na'Vi и играли некоторые турнирчики. Мы такие выигрываем один турнирчик, там на другом турнирчике второе место, и в один момент к нам приходит Дэнди. Ребята, я вам сейчас кое-что скажу, но вы поверьте, это правда. То есть это не обман. Будет турнир по Dota 2, там, в Кёльне, на Gamescon. И там будет большой призовой фонд. Мы такие думаем, ну, неужели там 50 тысяч долларов? Не может быть такого. Он говорит, нет, ребят, чуть-чуть больше, миллион долларов. После этого у Ивана началась истерика в скайпе. Он начал троллить Дэнди, троллил его минут 20. Он тоже говорил, да, слушай, у меня тоже есть для тебя новость. У нас тут в клубе делается турнир. Оказывается, до анонса еще задолго знали некоторые люди, как Вилат, как Дэнди, они нам рассказывали, мы в это не верили, какой там турнир на 1 миллион долларов, если максимальный турнир, который был на тот момент, это 20 тысяч, то есть в это не верил абсолютно никто. Нас Zero Gravity запер на 2 недели на буткемп, это был очень продуктивный буткемп, даже когда уходили Дэнди, Лост и Хвост спать, то есть мы оставались с Пупи, мы сидели, играли всю ночь в Warcraft. Таким образом мы становились друзьями, там, или так или иначе, то есть как бы находили общий язык, потому что мы были, можно сказать, просто разными людьми, мы даже не знали друг друга. Нам просто взяли 5 игроков довольно сильных и сказали, вы должны его выиграть. Первое время мы играли только в Dota 1, потому что Dota 2 еще не было, то есть ключи не давали.
Но в один день нас обрадовали. Ребята, вот оно. Ключи пришли. Нам пришел Zero Gravity, вся команда КС. Типа, посмотреть, что же это такое, нам дали бета-тест. На первый момент это было ощущение, что это какая-то, я не знаю, браузерная игра, там бегали пластилиновые человечки, и, ну, это мы просто не верили, что это Dota 2, то есть для нас Dota 1 была комфортнее и приятнее в 10 раз. В результате мы такие посидели, поиграли, и первая реакция, Иван. Спасибо Айсрогу за отличную шутку про миллион долларов и Dota 2, я пошел спать, все, Иван ударился спать сразу. Месяц мы жили вместе, и, ну, может, чуть меньше. Тренировались, играли во все, в Доту первую, в Доту вторую. Даже после того, как нам дали Доту 2 бету, мне кажется, что мы в нее играли меньше, чем в другие какие-то игры. То есть мы играли во все. Counter-Strike, Warcraft, там, FFA, во все что угодно. И это нам поднимало моральный дух, сплочало коллектив. Вот, и нам... То есть мы в свои силы верили, вот. Тут такой момент, я смотрю, как Пупей играет, допустим, в Warcraft, я смотрю, я бы сделал так же, я начинаю его уже более-менее уважать, и у нас как бы, и он тоже смотрит, как я там поступаю в некоторых моментах, там, контроль, либо что-то еще. Мы понимаем, что мы как бы более-менее равные люди, и как бы у нас одна цель. Как мы получали визу на этот International? Это мы реально за этот миллион очень сильно воевали. Мы приехали в Киев, получается, я, Дэнди и Хвост. Хвост там уже находился. В посольстве Германии мы поехали, простояли там часов 5, зашли, и нам сказали, у вас не хватает тревел-чеков. Тревел-чеки, это там надо было иметь по 300 или по 400 евро на всякий случай якобы. Я им говорю, есть, всем говорим, что есть наличка. Они говорят, нет, не подходит, нужен тревел-чек, наличку вы можете сейчас пойти потратить, и у вас там в итоге ничего не будет. Мы поехали, это было уже либо суббота, либо воскресенье, банки закрывались в 5, то есть нас еле-еле Zero Gravity успел довести до банка. Эти тревел-чеки делаются в некоторых только банках. Там закрыто, там закрыто. Потом он съездил за этими деньгами, которые надо взять. В итоге мы не успеваем обратно в посольство. Это наш последний шанс. Пробки. Дичайшие пробки. Зеро говорит, я не проеду, говорит. Типа, у вас единственный есть шанс, мы Киева слабо знаем. Говорит, просто бегите. И вот, чтобы вы понимали, в центре Киева чуваки с сумками, с поезда бежали 15 километров до этого посольства. В итоге Zero Gravity оказался там раньше, мы его встретили. Но мы сделали очень шикарную пробежку. Чтобы вы понимали, бежали и на красный свет, и между машин в пробками. То есть там происходил полный хаос. Там кто-то уже бежать не мог, его там уже волокли. Я серьезно говорю, это был реально хаос. Мы действительно рвали за эту поездку и хотели туда поехать. На Интернешнале было довольно-таки интересно. Когда мы туда попали, мы почувствовали себя реально... какими-то, не знаю, знаменитыми личностями или чем-то таким, потому что к нам было очень нереально хорошее отношение, очень хороший отель, хорошие условия, за нами следили, ухаживали, возили нас везде, и было очень приятно. То, что я понял, и Иван, и остальные, то, что героев очень мало. И в этот момент уже влияли не какие-то стратегии, не наработки, влияло только две вещи. Это личный скилл, твоя мораль, и самое главное, это вот именно то, как ты настроен на фактор. И вот в этот момент тот заряд, который давал Иван для своей команды, он был решающим, потому что когда мы тренировались в Dota 2, когда мы выходили играть с китайцами, он просто 50 минут говорил неважно что, громким, уверенным голосом, что мы там сможем, что будет там, мол, не получилось, но сейчас еще. И вот этот вот заряд, он шел с нами от начала до конца, то есть по всему International. Я очень хорошо помню, что у нас был очень сильно боевой настрой. То есть мы, возможно, я где-то в душе переживал, что мы можем оказаться слабее кого-то, или мы слабее кого-то. Но как только мы начали играть, мы с криками там на плюс морали в групповой стадии развалили всех. И дальше мы пошли просто по головам каждой команды. Я помню даже, вот когда у меня интервью в Альве брали на Интернешнале, они спрашивали, меня за день до гранд-финала спрашивали, как ты считаешь, там думаешь, что будет завтра, как вы себя покажете в игре. Я говорил, что мы уничтожим врага. И я был в этом уверен настолько, что вот просто непередаваемо. Самые веселые игры у нас были с китайцами, причем с китайцевыми топами. Когда у нас были такие кабинки, и мы могли смотреть друг на друга. Когда мы смотрели друг на друга, что только не вытворял Иван, ну и вообще вся наша команда. Мы орали друг на друга. Иван жоу показывает друг другу бибу, кто из них жестче, там, бицуху и так далее. Мы люди вставали на стол, там, показывали разные иероглифы, там, разные жесты. И вот только когда Valve это увидели, они заклеили это все. То есть потом нас не было видно, потому что мы там, ну, мы показали, что с нами шутки плохи.
Ну, как русская комьюнити себя обычно ведет, собственно, мы так себя и там вели. Тогда еще, ну, как бы, Ice Frog набрал популярность, да, в связи с выходом Dota 2 и так далее. Очень много людей думало о нем, все говорили, и тем более, что он был инкогнито, ну, и остался. Всех интересовало, как он выглядит, что и как. Ну, и мы у всех выпытывали, как бы, кто он, нам сказали, что он индиец. И мы подходили к каждому человеку индийской внешности, и, ну, в общем, там, ты Ice Frog. Люди не понимали, что мы от них хотим, убегали, но мы продолжали их хватать там и так далее. Это нет, ты Ice Frog, и, в общем, доходило до абсурда. Мы как могли себя вели нагло, чтобы враг хотя бы здесь боялся. Мы не чувствовали, что мы можем что-то сделать, выиграть. Мы действительно понимали, что мы, скорее всего, проиграем этот турнир, ну, хотя бы как-то где-то выиграем. Мы хотели их заумнить таким образом. Иван Артстайл Антонов просто наглым образом споил мою команду на интернешнале. Собственно говоря, история такова, что было, как бы это сказать, не автопати, а препати, то есть до интернешнала. И Иван, естественно, думает, играть я не очень хорошо умею, зато, собственно говоря, знаю, что нужно для победы. А у нас было парочка легкомысленных ребят в команде, которые как бы не отказывались ни в чем на этом препати, если можно так назвать его. Вот. И, собственно говоря, пили. Так получилось, что у нас было какое-то препати от Valve. Они позвали нас в ресторан на банкет. Вот там тоже было, чувствовалось наше русское доминирование. Там, получается, был фуршет. Все подходили, брали, что хотели, и садились, как бы мест было ограничено. В общем, хватало ровно на столько людей, сколько есть в зале. Мы взяли, не стесняясь, сдвинули 4 диванчика в такой квадрат. Соответственно, сели вот так вот. Был стол. Правила стола, придуманные Иваном, что кто уходит со стола, не может туда вернуться, и кто не пьет, тот, собственно говоря, не может тоже опять вернуться туда. Ну, естественно, всем весело, очень задорно. По-моему, Инесс, Смайл и Санта больше всех там отличились. Вот. А Иван, у него была очень удобная позиция, человек знает о позициях, не только в Доте. Он сидел за речкой. Там было вино, ничего крепче не было. Ну, вина тоже хватило. Я через один бокал делал вот так вот. Соответственно, русские уже не понимали. То есть Санта на тот момент уже не понимал, что происходит, он просто пил. Вот, по-моему, если не ошибаюсь, Смайл там тоже пил, и Инесс. Короче, только Дред сидел на меня, злобно смотрел. Но я придумал правила стола: тот, кто выходит из-за стола, за него не возвращается. То есть никто не хотел уходить и не мог оттуда уйти. Вот, и, соответственно, все пили до конца. Вот, в итоге нас отвезли в отель, следующая игра, я не скажу, что это что-то повлияло, они играли со мной хорошо, Санта все равно делал, ну, Санта, может, и не очень хорошо все делал, но они играли хорошо, мы реально могли им проиграть. Это единственная, самая сложная наша игра на интернешнале, против было как раз М5. Когда мы подошли к гранд-финалу, вот, было очень такое жесткое время, потому что китайцы нас полностью изучили, они понимали, как с нами бороться. Они просто пикали очень хорошо на замес и никак не давали никакой слабины. И вот в результате, когда мы были в гранд-финале, где мы проиграли первую игру, то мы сделали... Ну, мы поняли то, что нужно что-то менять. И вот в этот момент, когда Иван, он понял то, что вот все, мы отыграли на том, что вот мы умели, а нужно придумать что-то новое. Вот тогда, ну, в экшен вступила остальная команда. То есть у нас резко в пике появился Соломит Бестмастер, которого вообще мы никогда не играли, не пикали, вообще мы о нем не слышали. И на турнире его почти не было, где я попросил Ивана взять его себе. У нас Дэнди шел Энигмы на Харлиню, хотя он, по-моему, не играл вообще ни одной игры. Мы свапнули все роли, остался на только Климент на своем месте. Ну и в результате мы перестроились на глазах. И благодаря новым стратегиям, абсолютно новым стратегиям, и всему остальному, где китайцы уже не понимали, что с нами делать, мы просто на кураже выиграли 2 игры. Могу сказать то, что, ну, моя команда была очень хороша в этот момент. Минус 2, арпелта, это Дратус, арпелта, обращается в ульт, твою мать. Бегает сюда на БР-ку, Питро, вперед, давай-ку, ну, цепляй, вот пошел арпел, здесь тоже встанет, 3 БР-ку, ну, забивай, так, ну, вот опять минус БР-ка, минус Шейкер, браво! Нет, не туда, ребят, не туда, так, поставлю на Чена, ай, на Лича, Лич, того, просто зацепились, здесь, Питро, 3 Лича, Лич, сбивает, Сергей, сбивает, отлично, отлично, пацаны. Можно на базу! Бум! Стан! Плюс! Давай! Давай! Бей! Минус дом! Банда улетает! Ну давай, Фурионщика зацепили! Вот! Нет!
испытывали, это просто непередаваемо, конечно. Эйфория реально длилась, ну, для меня вот 24 часа, наверное, без остановки. То есть, когда ты вот выигрываешь этот миллион, и ты понимаешь, что вот это все с тобой происходит, чувство, ну, реально не передать. Ради этого хочется играть, ради этого хочется побеждать, чисто ради этого чувства. Повезло, они поехали, они опять-таки брали стратегии, вот эти, как сейчас многие говорят, гениальные стратегии, как, ну, тогда стратегии не могли быть гениальными, потому что было 25 героев в пуле или 30, там было вариантов не особо много, но опять-таки Дэнди Артстайл вот этими слабыми героями, играми на разнообразных вот этих балонарах, пуджах, вайперах и так далее, соломида паришинах, играли лучше всех, то есть они намного быстрее всех приспособились к игре и за счет этого стали чемпионами International, стали первыми миллионерами. И, ну, и вот такая была команда. Вот команда до сих пор будет легендарной, всегда будет легендарной. Команда Na'Vi вот первого созыва, да, ну не первого, второго созыва, скажем так, с Артстайлом, Дэнди, Ластом, Пупием и Хвостом. Ван, вот как тут чувствовался как рыба в воде в этой доте. Мало героев, новая механика, много, люди ошибаются в микро, очень много из-за новой механики. Все непривычно, не так работают скиллы, не так работают там скиллы, не так работают арты, каких-то героев нет, какие-то скиллы там, что-то, ну все не так. Действительно, самый простой способ победить в такой ситуации – это набрать просто какой-то жир, ну, жирный герой, там, берешь Тайдхантер, Найтсталкер, вот этих, берешь там еще и Чена вот этого, который берет фастмеку там, и вы просто идете ломить, ну, просто райт-кликом нажимаете на противника, Тайдхантер там дает ревейдж, и как бы все станется, все умирают. В то время, когда многие команды пытались как-то это дело размекрить, напикать тех же героев, которыми пытались играть в первой доте, то есть там набрать много директ каких-то спиллов, там каких-то леонов, каких-то потом, все, чем надо попадать, все очень хлипкое. И в итоге все просто разбивались об Na'Vi, которые просто шли катком из игры в игру. Прошло недели две, был турнир, Na'Vi, естественно, были приглашены, и туда захотела ехать моя девушка. Я очень не любил, когда моя девушка находится рядом со мной на подобного рода соревнованиях, потому что, ну, я не могу полностью сконцентрироваться на игре, я половину времени отдаю ей, а это неправильно, я должен все время отдавать команде, то есть, ну, не отвлекаться на нее, не отвлекаться, чем она занята, какие у нее условия, какие у меня условия. Мы вообще привыкли со времен ДТС жить там впятером в одной комнатной квартире, то есть, ну, тут уже нельзя так, ну, и такого рода проблемы. В итоге у нас с ней были очень жесткие конфронтации по этому поводу, из-за чего я сказал, что я вообще не поеду, потому что, ну, мне это не нравится. И в итоге я пропустил этот турнир. Я это всем сказал. На тот момент это было еще в нормальной форме, все меня поняли, там, через раз. Может, кому-то это не понравилось, но так или иначе все это поняли. В итоге она сама поехала на турнир туда, в Киев. Получается, я остался в Харькове. У меня были не очень хорошие эмоции по этому поводу. Я еще и со времен ДТС как бы с командой попрощался по этому поводу, тоже из тех же примеров. То есть, и опять случилось то же самое. Тогда Ваня все-таки не умел разделять личную жизнь и профессиональную деятельность, то есть игру в доту. И второй раз это, собственно, его, скажем так, побудило уйти из команды Na'Vi. Причины ухода Ивана из Na'Vi для меня до сих пор не ясны. Вот. Я на самом деле, ну, то есть на тот момент я на него даже обиделся, потому что он реально, ну, подвел меня, потому что я в него все это время верил. И он там не раз там собирался уходить, не ушел, собирался уходить, не ушел. И каждый раз, когда он там говорил, все, типа, ребята, мол, я ухожу, для меня это было, ну, вот как там ударом каким-то прям. То есть я себя, ну, плохо чувствовал, реально переживал, чтобы этого не случилось. Потому что я не хотел, чтобы наш коллектив разваливался, потому что у нас все было хорошо. И почему мы должны разваливаться, если у нас все хорошо? Вот.
Но все-таки это случилось по каким-то Ваниным личным причинам. Не знаю, связано с его девушкой, как это связано. Для меня это до сих пор остается загадкой. Согласен, возможно, мне было, надо было проще к этому всему относиться, но я такой человек, я довольно-таки вспыльчивый, эмоциональный Ваня. Вот. И, то есть, начались очень много по этому поводу проблем с командой. Она осталась у них на базе ночевать. Я им пишу, вы что делаете, я же как бы, ну, вы вообще, собственно, за кого? Я ваш тиммейт, мы вот 2 недели назад выиграли International. Надо бы как-то нормально себя вести в этом поводу. И я сам напился, им все начал все в личке писать, типа, вы что, братаны, что происходит? То есть там и с матами уже, и всех через раз посылая. Опять-таки проблемы, связанные с, как говорят американцы, с мискоммуникейшеном, то есть с тем, что люди друг другу что-то не договорили, что-то кто-то надумал, и в итоге получается так, что Ваня уходит с громким скандалом. Нельзя было уже на самом деле вернуть все назад. Потому что уже много было, я наговорил, мне наговорили, мне объяснили, что я не прав. На тот момент я, возможно, был действительно не прав, по-детски мыслил, и где-то был ревнив, где-то еще что-то, но вышло как вышло. Вот на самом деле настоящая правда, почему так было. В этой ситуации никто не виновен. Ни она, ни я, ни команда. Просто так вот сложились обстоятельства. Я не смогла найти на него управу. То есть я не смогла его вернуть. Очень переживала я тоже, потому что я гордилась им. Мне было обидно, что он достиг чего-то. Это же все-таки высота, все-таки это мировой. Ну, как, я не знаю, но быть чемпионом мира, чего бы там, какого бы ни было вида спорта или деятельности, или творчества. Первым в мире это быть круто. Это, конечно, пик карьеры дотера, наверное. Выиграть International, стать чемпионом мира. Официальным, то есть. Но все заканчивается, и в тот момент так все повернулось, что я решил пойти своим путем сам из-за кучи проблем. И сделал шаг назад. Пытались с папой на него повлиять, но его невозможно. Значит, после ухода из Нави у меня были дикие непонятки. Я опять потерял команду, которую мы продвигали все вместе и шли к топу. Опять я остался, можно сказать, без команды и без ничего. Но здесь у меня уже было хоть какое-то имя, и я уже знал, что кто-то захочет на моем имени создать какую-то команду. Я могу набрать туда очень хороших игроков, так или иначе, они все еще есть. У меня как раз попался под руку болгарский парень Дар Радомир Станев. Мы с ним еще подружились на International, он приехал туда поболеть. Иван собрал команду Дарр. И первое, что при поезде на International, он понял то, что Восток набрал силу где-то раз в 5 или в 10 в Dota 2. То есть, когда он приехал, он реально не ожидал той конкуренции, которая была там, потому что команды играли просто высоко. Ну, в том числе и наши были. То есть, Na'Vi, они также чуть ли не вылетели из группы, ну или не вышли там с последнего места. Благодаря тому, что ребята обошлись с нами сурово в первые дни. В итоге Дарр выступали и попали в сетку лузеров, но попали с хорошего места, потому что в группе они все-таки бой давали. И в результате они заняли 9-12 место. В общем, в команде, на самом деле, скажу, усыпалось все. Мне было немножко непривычно, команда создавалась не по тому принципу, который я привык. Я привык, что команда — это одно целое, это чуваки, которым плевать на все остальные команды. Мы как бы были сильные все игроки, все молодцы, но целого не было вообще. То есть мы не вместе уходили в отель, мы не вместе были туда и так далее. Естественно, как бы, мы не были друзьями по-хорошему, а это уже плохо. Времена ДТС и то время, когда он играл в Na'Vi, можно считать его как подъем в качестве игрока, так и в качестве какого-то лидера, как человека, то непосредственно в Дарррах так вышло, что вся ситуация, возможно, его подкосила, и некий эгоизм, связанный с тем, что он выиграл International первый, и он должен быть часто прав. Его довольно было трудно в некоторых вещах переубедить, он был иногда банально очень трудный. Все мы были непростые, тогда команда Дарров была относительно непростая в плане характеров, но Ванин характер на тот момент, он был действительно тяжелый, я его видел с тяжелой стороны. Просто когда я ставлю перед собой какие-то цели, они, как правило, не какие-то мелкие, а действительно очень грандиозные, к которым прийти
очень тяжело, поэтому у меня бывает куча депрессий, когда у меня ничего не получается и прочего. То есть я действительно могу срываться на людей, беситься, злиться, уходить от всех, впадать в депрессии, потому что действительно у меня не получается эта идея, которую я задался. По итогу после этого у Ивана мораль очень сильно сдала, потому что он вроде бы имел почти самых жестких задротов, которые готовы были исполнять микромоменты и все остальное, но ввиду очень жесткой конкуренции он просто, как я понял, устал и решил подзабить, потому что целый год он потел, приехал и не выиграл ничего, так как на тот момент нас за топ ниже топ-8 ничего не давали. Довольно сильный состав, в целом, если бы они доиграли чуть больше и были менее конфликтные, то, возможно, бы даже стрельнули. А так, тяжело ужиться двум таким, личностям, как Ваня и Артур, потому что каждый тянет на себя одеяло и хочет диктовать игру для всех остальных. После второго интернешнала, когда у нас абсолютно ничего не получилось, команда Дар распалась, то есть хозяин командара отказался от спонсорства. Мы сами по себе понимали, что это был тоже наш последний турнир вместе. Все разошлись по разным путям. Я решил остановиться от доты, отдохнуть от нее очень хорошо, потому что в тот момент я очень сильно перенервничал, как мне доставался второй инвайт на интернешнл. Это вообще, то есть отдельная история. Очень тяжело. И я решил остановиться, чтобы спокойно, потом со временем подойти, мы, возможно, к третьему, к четвертому интернешнлу, так или иначе, когда я решу к этому собраться. Все-таки команда Дарр не была самой успешной ни в моей карьере, ни в особенности карьере Ивана, когда до этого он выиграл мировое чемпионство, и у него теперь не очень все получалось. Но, несмотря на это, я с уверенностью могу сказать, что за тем человеком с которым я имел дело, все равно где-то там глубоко в глубине души был тот самый заторный капитан ДТС, капитан команды Нави, который есть такое иностранная сленговая фраза «йола». Вот он действительно действовал, как будто бы у него есть один шанс, чтобы сыграть эту игру, это его последняя игра. Он один раз живет, вот он сейчас либо сделает, либо ничего. Я на тот момент понимал, что в доте я не нужен. Я был на тот момент действительно не нужен в доте. Я, может быть, и сейчас не нужен, но это мое личное желание, я хочу попробовать себя еще раз. Профессиональную доту я пришел, наверное, с самого начала. Я ее жил вместе со всеми профессиональными игроками. Мы ее строили, мы ее поднимали в Харькове, в Украине, в СНГ. Я действительно очень счастлив, что я познакомился с таким количеством хороших людей. У меня появилось столько много друзей, то есть, опять-таки, поклонники, все люди, которые следят за дотой. Это очень уникальная комьюнити. Я очень счастлив, что я именно дотер, не лолер, не хонер, а именно дотер. И что касается будущего, я очень сильно хочу еще раз доказать всем, самое главное себе, что я могу. Сейчас, я думаю, он вернулся с несколько другим измененным подходом на взгляды. Во-первых, год, полтора, два года инактива наверняка успокоили его в плане того, что он всегда прав и он лучше всех. А если ты играешь именно такой мыслью о том, что ты уже умеешь все и тебе не к чему стремиться, довольно-таки трудно развиваться. Все же сейчас каждую неделю, месяц, какие-то пики, герои, все это меняется. И быть каким-то упертым в свою идею – это хорошо, но надо оставлять место для вливания каких-то новых идей. И сейчас, я думаю, Ваня конкретно к этому, он готов. Все хотят выигрывать, потому что все видят, что киберспорт нереальными шагами растет, что турниры, которые раньше были максимум по 30 тысяч долларов, сейчас минимум по 250 тысяч долларов и так далее. Но деньги – это, опять же, не главное. Все зависит от того, какой настрой у человека, потому что мне кажется, что если настрой такой, что ты хочешь именно пробиться на просцену ради денег, чтобы выигрывать, побеждать ради денег, тогда шансов, скорее всего, будет мало, потому что
Сейчас очень все далеко ушли вперед, и чтобы нагнать это, надо потратить очень много сил, усилий приложить, очень много времени угробить, все остальное откинуть на задний план. Ну, это я считаю, что очень непросто. И прежде всего должно быть желание именно побеждать, а все остальное на втором уровне. Вот, поэтому если это так, то тогда у Вани может все получиться. Я верю в это, потому что он реально сильный. У него сильный характер, он сильный человек. Мы увидим еще артстайла на интернешнале, и может быть, мы еще раз увидим артстайла с Аегисом, который он так и в руках не подержал, потому что на первом интернешнале Аегиса не было, как вы знаете. Будет ли он заниматься этим всю жизнь, не знаю. Может быть, вот эти 2 года, которые он не занимался, он потерял что-то там. Ну, может быть, как-то какой-то особый свой там стиль у него, я не знаю, игры. Может быть, нет такой команды, которая бы его понимала. Может, он ее ищет. Я действительно признаю то, что в свое время Artstyle был самым выдающимся игроком. И даже не игроком, а именно человеком, который гордо стоял за свои идеи, гордо стоял за свою игру. Еще до того, как я с ним играл, я действительно наслаждался тем игровым стилем, который он выработал. То, как он безбашенно нападал на врагов. Если сейчас такие мувы в профессиональной современной сцене, которые можно увидеть даже за моей спиной, считаются каким-то дефолтом, обыденностью, такое же делали миллион раз. Некоторые из этих вещей именно Иван начинал делать. Некоторые из этих вещей... Это действительно вот copyright by Artstyle. Я надеюсь, что взлетит еще Artstyle. И, сами понимаете, всегда весело комментировать игры с участием этого товарища. Но я думаю, также и вам всегда приятно смотреть игры его команд. Так что будем надеяться и ждать. На самом деле есть такой стимул очень интересный. Есть деньги, есть победа. А у меня все зациклено реально на кольце. Еще ни у одного игрока нету 2 кольца чемпиона. Мне очень хочется получить 2-е кольцо первым. Это, возможно, невозможно. Я не знаю, как это будет происходить, как это сделать. Можно просто попробовать. Thank you.